конечно, что мне запомнилось, это настрой всех наших футболистов, то есть наших всех игроков Киевского «Динамо», моих друзей. Это, ну, конечно, забитые мячи, самое главное. Ну и основное, что такое самое главное для меня лично, ну, наверное, я бы не состоялся бы как футболист уровня Киевского «Динамо», почему? Потому что если бы не было у меня моих партнеров и моих друзей, моих коллег, за что я им очень благодарен. И пожелаю всем нам, ветеранам нашим, здоровья и жить. Почему? Потому что в такое сложное время остается только, ну, наверное, радоваться жизни, когда это возможно. И, наверное, воспитывать молодежь, передавать свой опыт детям, которые занимаются футболом. Что запомнилось? Конечно, запоминаются на всю жизнь, которые не в памяти остаются. Во-первых, это, я скажу, если вы помните, это после Чернобыля, когда случилась большая трагедия. И когда мы туда приехали, конечно, у нас аж мурашки по коже, потому что по телевизору. У нас одно говорят, что все нормально, а там приехали, там сказали, что пол Европы не будет. Поэтому это большая трагедия, и, конечно, настрой у нас был сумасшедший. Потому что в такой ситуации мы оказались, что там народ, неизвестно, что там последствия какие будут. И, конечно, нам надо было обязательно выиграть для Украины, для народа. Запомнилось, конечно, я как капитан команды, запомнился это на всю жизнь, когда Артемий Франки вручал кубок, это, сами понимаете, и слезы, и все, и радость. Передать это очень тяжело сразу, это молодежь слушать, это надо, чтобы росли и играли, потому что передать это тяжело. Запомнилось, у нас был очень хороший коллектив, команда была очень дружная, хорошая. Мы что-то так, у нас как-то психология была такая, мы никого не боялись. Играли в футбол. Никого не боялись. Это самое главное, когда человек не боится, а просто играет в футбол, но в рамках, понятно, там, тактики и все остальное. Вот историю, то, наверное, будет надолго, пожалуй. Поэтому я начну, наверное, со второго кубка. Вообще хочу поздравить с праздником всех. То, что Толя говорил про Чернобыль, вся пресса потом французская написала, что мы были заражены радиоактивным стронцием, поэтому так бегали, как сумасшедшие. Это я точно запомнил. Второе, я запомнил, что уже было 34 мне, и была травма, и я не знал, буду играть или не буду, потому что мы вместе с Вадиком вышли на разминку. И то, что удалось забить гол, ну это, конечно, это комбинация, которая у нас была, то, что я запомнил. Ну, наверное, сейчас многие не могут повторить. А первый гол я тоже должен был забивать, но Сашка у меня снял с ноги головы. Ну ничего. Высоко выпрыгнул. Да ты что? Я так оторвался, что я даже не успел ногу поднять. Поэтому, ну и, конечно, запоминается, если вот взять, когда вчера я смотрел финал Лиги чемпионов, и говорят, что вот Атлетика за 3 года второй раз вышла в финал. Ну, финал и финал. Он не запоминается. И очень обидно, что 2 года ты не выиграешь, а остается в памяти, наверное, победа. Когда мы Баварию обыграли, кубок кубков поднимаешь над головой, вот это запоминается. А второе место мы Стяву проиграли и плакали, ребята. То есть запоминается победа. Вот это самое главное для меня было, наверное, как я понимал, что уже скоро заканчиваю играть в футбол. Поэтому для меня это было вдвойне важно. И я благодарен ребятам, что мы сделали такое большое дело. Большая благодарность вам за вашу память, за то, что вы помните нас, уважаете, приходите на такие мероприятия, чтобы еще раз нам так показать вашу любовь к нам и уважение. Ну а что касается конкретного вопроса, то чуть-чуть отступление. Запомнилось весь наш путь в этом кубке, потому что мы обыграли все команды, которые с нами играли, начиная с первого матча, мы обыграли хоть в одном матче, но всех с крупным счетом. То есть мы практически выносили все команды, особенно на своем поле, и тогда было опасно не приходить на первые минуты, опаздывать, потому что уже в начале игры мы забивали 1 или 2 гола. А что касается самого финала, памяти осталось. Валя правильно сказал, что мы вместе разминались, а травма была серьезная, но он смог играть, к счастью. Вот, а я остался в запасе, и мне запомнилось, конечно, со стороны, это вот
Первое, то, что как они с Васей Рацем за петухом гонялись. Ты тоже загонял, да? Я загонял. Это во Франции, вы знаете, что петух — это символ там, федерации футбола, и эта игра была во Франции, и болельщики обычно в таких матчах выпускают петуха на поле, как бы, на удачу. Правда, мы не знаем, на чью удачу они выпустили, так как играли испанцы и мы. Да. А второе, то, что запомнилось, конечно, когда вышли, мы увидели практически весь стадион в красных цветах. Это, Советского Союза тогда мало туристов ездило, были только представители консульства, там посольства Советского Союза. А так были в основном испанцы, ну и французы, конечно, были нейтральные, несколько тысяч было. Но все было в красных цветах, и сумасшедшая поддержка. И запомнилось то, что в конце игры эту огромную торсиду сначала она замолчала, а потом начали уже и нам похлопывать за наши комбинации, за наши атакующие действия. Вот это запомнилось тоже.